Вот такой прекрасный день, когда наконец вышло солнышко после дождя. Мы сегодня на нашей локации, которую мы почти закончили, уже скоро открываем. И сегодня такой у нас праздник, когда мы награждаем волонтеров, которые работали над этим проектом. А проект называется «Колл Бишкек», а эта локация называется «Река в городе», которую мы реализовывали с помощью наших партнеров группы «Дердин Балдары» и наших студентов «Алтынай», Илины и Даши, которые собирали деньги и средства на этот проект. Вот. И здесь вы можете наблюдать граффити, которое вот сегодня наши друзья, коллеги, художники нарисовали. Да? И вообще мы попытались сегодня создать такое ощущение праздника. И рады, что вы здесь. И приглашаю вас на наши дальнейшие мероприятия и проекты. Гульмира Сенгельдиева, общественное объединение Move Green. Сегодня проходит открытие общественного парка, карманного парка, мы его так называем. Он был создан в ответ на вызовы, с которыми сталкиваются города из-за изменения климата. Да? А в летнее время очень сильно жарко, и вот эта хаотичная застройка, плотные застройки, скоростная урбанизация приводит к тому, что города лишаются зеленых оазисов. И вот такие вот решения, они в ответ, да, на эти вызовы созданы, чтобы у жителей была возможность во время волн жары здесь проводить свое время. Это такие искусственные уголки природы, которые создают такие пространства, улучшают жизнь горожан. Привет, меня зовут Виктор, я представляю арт-группу Basic Colors. И сегодня на открытии мини-парка в 10-м микрорайоне мы создали новый мурал Kiss Power в поддержку женщин, девочек и в поддержку темы равноправия. Эта тема очень подходит под это пространство, поскольку над работой над этим парком работало очень много девушек, девочек и женщин. Я очень рад, что наши темы сошлись. И теперь, если вы хотите увидеть новый мурал, приезжайте в 10-й микрорайон.